Происхождение Черного моря. Одна из гипотез происхождения Черного моря – вывод Международной океанографической экспедиции на научном судне «Акванав» 1993 года – гласит, что 7500 лет назад оно представляло из себя самое глубокое на планете пресноводное озеро. Уровень был ниже современного на 100 с лишним метров. По окончании ледникового периода уровень Мирового океана поднялся, и Босфорский перешейк был прорван. Были затоплены в общей сложности 100 тысяч квадратных километров плодороднейших земель, уже возделываемые людьми. Затопление этих обширных земель, возможно, стало прообразом мифа о современном потоке. Возникновение Черного моря, согласно данной гипотезе, предположительно сопровождалось массовой гибелью всего пресноводного живого мира озера, в результате разложения которого сероводород достигает высоких концентраций на дне моря.